Всем привет! Если вы решили знакомиться в интернете, для начала изучите все, что с этим связано. Меры предосторожности, советы, секреты, истории. Сегодня я предлагаю вашему вниманию подборку сайтов, посвященных виртуальным встречам. Что представляет собой знакомство онлайн и для чего люди знакомятся в интернете? С чего начать тем, кто хочет найти виртуального друга? Обо всем этом пишут авторы сайта askdev.com. Здесь поведают, какие опасности могут поджидать вас на страничках знакомств и как их избежать. Одна из самых распространенных – обманчивый внешний вид и анкета, не соответствующая действительности. Чтобы избежать разочарований, составьте и сами правильную анкету. Здесь приводится несколько полезных советов. Есть и рекомендации относительно сетевых разговоров, как правильно задавать интересующие вас вопросы, чтобы получить на них честные ответы. А также на сайте предложат несколько идей, как провести первое реальное свидание. На портале lovers.lab.com авторы публикуют новости и истории, связанные с интернет-знакомствами, а также выкладывают свои советы, да не простые, а в видеоформате. Например, стали бы вы скрывать свой истинный возраст, знакомясь в сети? Блогер и коуч по онлайн-знакомствам Эван Марк Кац рекомендует не делать этого. На сайте также рассказывают истории о том, как молодой человек сделал оригинальное предложение руки и сердца через Твиттер. Здесь есть еще несколько новостей, связывающих технологии и личные отношения. Сайт знакомств scout.com запускает специальную версию для пользователей интернет-планшета iPad. А японцы выпустили робота, который способен поддерживать настоящие отношения. Железная девушка может обижаться, сообщать погоду и читает Нью-Йорк Таймс. Говорит при этом на английском и японском языках. На сайте glut.ru не только делятся занимательными историями, но и предлагают идеи, приводят интересную статистику и факты. Например, плюсы знакомства через интернет. Один из многих – то, что вы можете приобрести друзей, не отходя от компьютера. Понравилась чья-то анкета? На сайте дают советы, что написать в первом сообщении. Например, рекомендуют избегать шаблонов. Утверждают, что самые успешные анкеты – те, которые содержат максимум правды. Авторы ресурса также пишут о том, что интернет – не единственное место для успешных знакомств. Здесь приводится целая рубрика, где можно познакомиться. Начиная от воздушного шара и заканчивая объявлениями о знакомстве на бутылке молока. Советами и опытом готовы поделиться многие. Но что выбрать в этом многообразии? Сайт mydatingadvice.com посвящен инструкциям виртуальных знакомств. Среди прочих, на портале опубликованы советы для тинейджеров, которые ищут виртуальных друзей и подруг. Например, авторы пишут: «Не настаивайте на последующих встречах, будьте сдержаны». Есть тут и наставления на случай, если вам придется знакомиться с родителями вашего интернет-друга. Но можно сходить куда-нибудь вдвоем. В качестве примеров предлагается боулинг, кинотеатр, музей или зоопарк. Также на сайте посоветуют, что подарить новому знакомому. В списке цветы, конфеты и даже гаджеты. Подарки на свиданиях могут дарить и девушки, пишется здесь. Надеюсь, ссылки, которыми я поделилась, помогут вам. Знакомьтесь онлайн, встречайтесь и общайтесь в реальной жизни. И не забывайте заходить на наш сайт. А у меня на этом все. До встречи!